Победитель конкурса «Мама-предприниматель-2020» Алла Ковалик точно знает, как проводить время в декрете с пользой. Начинала бизнес с маленькой творческой мастерской. Дома вместе с детьми делала игрушки из полимерной глины. Признается, чтобы поставить хобби на финансовые рельсы, не хватало знаний, которые удалось получить во время 5-дневной обучающей программы. Позволяет немного снять розовые очки, и что не все так просто. Допустим, касательно моего бизнеса, я думала обойтись самозанятостью. Нет, мои перспективы требуют все-таки открытия индивидуального предпринимателя и действующих отсюда последствий. Также помогают сформировать идею, посчитать, наконец, рентабельно это или нет, и получить поддержку таких же мам. Федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель» разработана специально для женщин в декрете, чтобы помочь им открыть собственное дело и эффективно сочетать заботу о семье и профессиональную самореализацию. Программа существует 7 лет и в этом году действует более чем в 60 регионах России. В прошлом году программа «Мама-предприниматель» вошла в перечень направлений для предпринимателей, реализуемых по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Представляя свой проект, участницы получают обратную связь от членов жюри, действующих предпринимателей, представителей инфраструктуры поддержки. Мы сразу видим, какие возможности поддержки малого предпринимательства, да, существующие в Самарской области, мы можем предоставить, чтобы уже окончательно этот проект упаковать и позволить ему реализоваться. Победительница конкурса Алла Ковалик получила 100 тысяч рублей на реализацию своей идеи. Всего в этом году в финал вышли 15 бизнес-проектов, авторы которых, вооружившись полезными знаниями, также смогут открыть свое дело. Лариса Шалафаст, Елена Малютина, Николай Сидоров. События.